На это, ты говоришь, можно повеситься. Ну, конечно, если при желании. Это полный отстой. Посмотри на этих бравых парней. Ай, ты чё, ревнуешь, что ли, какашка? У нас завтра очень сложный день, мы будем снимать видео для совместного проекта, ну, у нас будет, в общем, челлендж. Мы придумали идею классного ролика впятером, это наша команда. Я сижу, пишу раскадровки, это очень сложно, но очень интересно. Мне, знаете, наверное, интересно, насколько то, что я придумаю, вообще совпадет с тем, что примерно будет, ну, короче, классно. Мы сделали видео социально важное, философски неоправданное. На самом деле у нас супер команда. Я хотел сегодня сказать, когда мы сидели, обсуждали. Мы все харизматичные, все со своим мнением, но при этом все-таки мы, мне кажется, смогли друг друга слушать, а это круто. Что было самым сложным? Доехать на машине. Самым сложным было не умереть со смеху от этого молодого человека. Разве можно? Как он вообще не держит ничего? Как понос льется из него? Самое сложное, дикция, было заставить бегать пса за Сашей. Потому что за Сашей никто не бегает. Саша за всеми бегает. Это очень круто. Это шляпа. Надень на свои же. Но ей нравится Саш. Главное, что ей нравится. Смотри, она вся нравится. Да ладно, иди уже к своим. Ну, блин, ну я думал, как бы будут другие. А что? Сейчас хотели снимать в бассейне, и пошел дождик. И что? И будем снимать? Будем? Конечно, посмотри на этих бравых парней. Каково тебе было лежать в багажнике? Каково? Ну, типа, каково? Ну, хреново. Там неудобно было, у меня башка болела. Не, на самом деле, ну, нормально. Ну, прикольно. Там большая машина была. Я думал, что будет маленькая, мне стрёмно было, а нам дали здоровенную тачку. Зачем? Ну, добьёшь его там. Я же не шучу. Так куда нажать? А точно такой кадр? Лёш, как вы сейчас сделали? Не-не-не. Лёш, она снимает? Вяжет тебя, да? Каково тебе быть? Каково? Что там? Никакого. Жертвы похищения. Думаю, мне кажется, они так и разговаривают, знаешь. На затылке вижу. Что ты знаешь, связать? Он же начнет говорить. Ну сейчас нормально? Типа, да вас найдут, вы знаете вообще, на кого я работаю. Каково было лежать в помойке? Супер, она была супер уютной. Если серьезно, я удивлен, я боялся, что там будет ад. Я буду бояться, а в итоге, когда я залез, не знаю почему, там было вообще классно. Давайте... Яму чуть поменьше, я залезу. Ребят, в бак маленький. Обычно какие-то листья или что-то. Делай подводку, что типа человек идет мусор выкидывает. Ну, да. Это было бы супер логично. Ну как ты тут? Офигенно. Всю жизнь мечтал, да, говоришь? Ну, вообще. Ну, наверное, лучше сейчас. Супер жизнь у меня, вообще нормально. Давай, Ваня, что там не хотел была. Не зря я вам плачу зарплату за профессионализм, понимаешь? Это самое главное в профессии, чтобы все было очень-очень-очень профессионально. Каково было вешаться? Ой, моя мечта с детства, вы что? Она сбылась или еще нет? Нет, не сбылась, это была подготовка, видимо. Прикольно, я люблю такие сцены, которые какой-то имеют такой депрессивный смысл, потому что, не знаю, мне кажется, это жизнь. Как тебе была роль зэка?
Сложно. Я вообще не умею играть, как бы, ты с камерой стоишь и не знаю, что сказать. Это бы сложно было. Мы записывали очень много дублей, но в итоге вроде что-то нормальное вышло. Это полный отстой. Вот, супер, все. Какая тебе больше понравилась сценка? Я подожду. Когда мы закончили. Ой, вообще огонь сценка. А мне понравилась сценка, когда вы выйдете и сядете в машину и... А мне очень понравилось, как вы были зайками. По-моему, это было очень мило. По-моему, этого вообще я не помню. В бане зайки были. Зайки там... Ой, хорошо, а венчики где? Вот, ну я это... Ай, ты чё, ревнуешь, что ли, какашка? Ну мы сняли это, нет? Да. Я беру две салфетки, кладу в руку. Одну убираю вот по топу. Сколько у меня в руке салфеток? Ну две сколько? Три. Да? Казалось бы. Да. Давайте еще раз. Вот, сколько салфеток? Три. Я их сминаю хорошенько. Давай. Да? Три, вон там еще. У меня в руке две. Я беру две, кладу в руку, одну убираю себе под попу. И у меня в руке? Ну, две. Ну, не одной, ты че? Окей, да. Ребят, как вам съемочка? Отлично. Учись везде, учись всегда. Не, последнюю еще шире. Учись всегда. Хорошо. Учись всегда. Ну, кончим, окей. Это no sounds еще, no effects. Что скажешь? Очень круто. В два раза можно обрезать. Огонь. Вообще, очень нравится стиль, во-первых. Абсурд, но не переборщили. А очень нравится ситуация. Реально, очень смешно. Народ будет ржать просто вообще. В нашей жизни случается разное. Неожиданные встречи. Опасные ситуации. Непосильные задачи. Предательство и измены. Долгожданные свидания. Встречи с друзьями. Заслуженный отдых. Низкий CTR. Но учись везде, учись всегда. Даже если ты еда. И если ты спалился вдруг, то книга самый лучший друг. Учись всю жизнь. О да, о да. Учись везде, учись всегда.